Как ты прожил этот мир? Посмотрели на них друзья вместе с композицией Луи Армстронга «Мы открыли». Этот вечер. Желаю вам приятного аппетита, отличного настроения. И сейчас у меня к вам предложение. Мы действительно хотели бы, чтобы и вы еще раз взглянули по сторонам, увидели, как вы сегодня прекрасно выглядели. Еще раз обратили внимание, насколько прекрасен наш заснеженный город. И еще хотелось бы, чтобы в преддверии Нового года весь мир увидел, какие вы классные. Поэтому у меня в руках вот эта камера. Завтра на Ютубе все это появится. Почему у вас такое лицо у вас стало? Вы великолепно сегодня выглядите, мне кажется. Она не снимает. Нет, это просто так, антураж. Для красоты. На самом деле, я хотел бы действительно сделать небольшой для вас сюрприз, если сейчас... Работает, работает все нормально. Но YouTube выкладывать не будем, а вам в качестве подарка я этот ролик хотел бы прислать. А для того, чтобы он получился по-настоящему корпоративным, дружным, новогодним, я попрошу сейчас представителей от каждого стола сказать буквально несколько слов пожелания всем собравшимся здесь в этом зале. И конкурс наш называется «Новогодняя азбука». Для того, чтобы было вам проще и интересней, я предлагаю вам второе условие этого конкурса. Ваш тост должен начинаться с той буквы нашего родного алфавита, которая вам достанется. Допустим, начнем с буквы «А». «А, давайте выпьем». С буквы «В» будем здоровы. С буквы «В» выпьем побыстрее. Но это я такие краткие слишком тосты вам предложил. Я думаю, что они у вас будут чуть более развернуты. Но это условие единственное. Да, чтобы он начинался с очередной буквы алфавита. Итак, задумался столик, который здесь рядом со мной находится. И не случайно. Потому что, ну, начались прибирательства. Да, ты говори, нет. Кажется, сейчас каждый из вас слушает. Буква «А» вам достается. Да, да, сначала представляетесь, а потом называете ваши дорогие слова пожелания. Не нужно там долго-долго там со всеми вашими регалиями, 15-кратная чемпионка по спортивному плаванию и так далее. И обладательница золотой премии Medical Estate, хотя я знаю, что здесь очень много достойнейших прекрасных людей. Просто кратко представляетесь, так по-простому, по-семейному, и ваш тост. Напомню, на букву «А». Регина. Ах, какие у нас врачи замечательные. Ах, какие у нас врачи, сказала Регина. Пожалуйста, ваше поздравление на букву «Б». И сначала представьтесь. Оксана. Будьте все здоровы. Знаменитый медицинский тост. Будьте здоровы. И самое главное, будем. К вам, дорогие друзья. Пусть мужчина покушает. А вы сейчас скажете тост. Да, да, да. Да, мужчина уберется еще обязательно. Так, представляетесь? Анастасия. Вам, Анастасия, достается буква «В». Всего наилучшего. Да, тоже, да. Отлично. Что вы могли бы добавить? На букву, с которой и начинается следующий год, буква «Г». Что-то к нашему столу. Ну что же, уже вторая буква. Грандиозные планы всем. Это чтобы совершили. Грандиозных всем планов. В новом году. Спасибо, спасибо. А теперь только вот еще и скажите, как вас зовут, чтобы все запомнили, кто же пожелал нам грандиозных планов. Нина Александровна. Нина пожелала, Нина Александровна пожелала нам грандиозных планов. Ваш столик мы пока пропускаем, для того, чтобы подойти к столу вашему. Кто здесь у вас самый разбеличивый? Тот, кто больше всех смеется, мне кажется. Да. Так, как вас зовут, и ваша буква, буква «Е». А «Д»? Да, «Д» у вас была? «Д» мы пропустили. Потому что «Д» мы оставили для этого столика. Хорошо, ладно, давайте сделаем. Буква «Д». «Д». Да здравствует Новый год! Отлично, дорогие друзья, да здравствует Новый год! Ваш столик и буква «Е». Еще раз за любовь. Еще раз за любовь. И забыли представиться. Ирина. Ирина желает еще раз выпить за любовь. Но я вижу, что как-то мы тосты говорим, но тосты говорим совершенно на сухую. У всех уже опустили портал. Мужчины, если вы есть за столиками, где оказываются прекрасные дамы,
Вы, пожалуйста, помогите заполнить бокалы, где там, когда вы оказались без мужчин. Ну, выберите самую крепкую из вас. Итак, вот, так от души от души мы сегодня называем. Итак, буква АБВДЕ. Йо. Буква Йо достается вашему столику. Итак, пожалуйста, представляйтесь и ваш тост, ваше желание. Да, Танюша. Ну давайте выручайте. Ну елки-палки. Итак, Петрович, ваш тост на букву Йо. Чтобы елка была красивая. Отлично. Итак, за елки и за палки, чтобы они были красивые, много. Итак, Танюша, ваша очередь. Вы хотели бы сказать? Я хотела. Да. Потому что вам называется буква Ж. А, желаю в жизни все успеть. И не стареть, а молодеть. Здоровье бодрое сохранить и много-много лет прожить. Вот это что? Это Вот это как вы великолепно подводите. Вот это стол. Знаю. Про Новый год. Про женщин, про любовь, про счастье. Потому что, говоря Дед Мороз, к нам учиться, и скоро все учиться, стихи понадобятся обязательно. Итак, мы добрались уже до вас, потому что я знаю, что столик номер 7 подготовил такие тосты, такие пожелания. Не обязательно в стихах, но обязательно следующую букву нашего фонда. А вот ее же З. Буква З. За, ну проще, конечно, всего получается. Здоровья земного, небесного, необычайного счастья. Давайте выпьем. Давайте выпьем, дорогие друзья. Я предлагаю на букве Z на секундочку остановиться, потому что иначе мы так будем говорить до самого утра. И действительно выпить за первую часть нашего классного корпоративного тоста пожелания от буквы А до буквы З. А мы тем временем продолжим и подхожу к вашему столику. Камера уже кружится немножко и кружится наши головы не столько от шампанского, сколько от прекрасной атмосферы, которая царит здесь в этом зале, от новогоднего настроения, от того, что скоро выходят «Елки 3», и самые «Елки судьбы» покажут по телевизору, и пахнет уже мандаринами, и пахнет уже елками, и тот, кстати, человек тоже елочку поставил дома. Молодцы. Но заговаривать вам язык и зубы долго не будем. Переходим к следующей букве. А вот это и нужно Z и буква И. И ваши пожелания. Игривого настроения. Игривого настроения, которое дали нам. И игристое шампанское. Отлично. Что ж, мы теперь к вам добрались. Я знаю, что вы, конечно же, сразу покажете на молодого человека. А он уже готовился к тому, чтобы сказать свой лучший тост на букву и краткое. В этом, мне кажется, будет пиратский тост такой. Йо-хо-хо-хо-хо. Подожди. Никита, давай, не отпускай. Я? Нет. Хочу сказать. Ну, за наш прекрасный стол. Только за ваш. И за все тогда. Вы меня подключили просто. Итак, ну что ж, мы засчитаем и будем, ну, поскольку уже в интернете так пишут. Я пишу через экраны. А мы тем временем добрались. Ничего, это выфиолог, это трансклипция, точно. Итак, великолепно, я совсем думал, что тут здесь грамотных людей не так много. Великолепно, ничего себе, ошибся, очень приятно ошибся. Итак, дорогие друзья, после буквы И краткая идет буква К. И именно эта буква достается вам. А может, Лэша пришла? Можно переиграть? Нет, К или... К. К нам идет Новый год. Тетя лошадь вот близко. С Новым годом. Ну,
Хватит, наверное. Да, да, хватит, наверное. Давайте, давайте наполняем бокалы, потому что мы уже готовимся. К следующему тосту очень скоро перейдем. Итак, Руслика, у нас не-не-не. Буба-эл. Давайте. Хочу представиться, меня зовут Вера. Эл. Представляете? Любовь. Желаю, чтобы любовь в каждом сердце всегда была хранима у всех.